Итак, снова командировка в Сочи. Направляемся до метро Домодедовская, а потом до Белорусского вокзала. Все, до Домодедовской доехали. Дальше едем до Белорусского. Будет новая станция. Технопарк. Так, все, мы в Аэроэкспрессе, еле успел. Зашел в закрытые двери. Ребята думали, что уже потеряли меня. Правда? Мы ставили доллары, которых у нас нет. А Даша ругает. Ругай меня сейчас. Отвали. Записывается. Жилдор, жилдор. Все, приехали, смотрите, остановились. Все, выходим скорее, быстрее, быстрее. Нам нужно торопиться, скорее, бежим. Что ты фигней снимаешься после того, как ты похороны снимал? У меня больше нет вообще вопросов к тебе. Ты не видела еще этот фильм? Нормальный фильм про похороны, а чего? А Саня не купил билет. Ты, кстати, как будто сотрудник Аэроэкспресса, у тебя такая вот эта форма. Я есть сотрудник Аэроэкспресса. Прям вот этот штрих-код прикладывать куда-то? Ну-ка, пошел. Тим, открылось. Погнали. Чего мы не поехали по ускоренному? Чувствуешь себя этим? Блин, я чувствую престарелым туристом из Европы. Потому что усы как у ебаной лисы. Нравится тебе, Маша, пользоваться техническими достижениями человечества? Шереметьево, мать его. А это мать его, нигер. Ну что, куда летим? Это спец. Очки не надо, бля, они в чемодане. Сдали чемоданчики, все дела, сейчас вонзим никотинчику и поедем. Поедем. Так, переодеваемся и одеваем на себя шапочку для плавания. Все надели шапочку для плавания. А ты постирать пошла, да? Кольцо видишь? На посадочку не упал. Пока готовили его бургер, твой не приготовили. Его в микроволновке загрели, а мой с утра был готов. Идем наверх. Селись. Ну что, как долетели? Бля, нормально, короче, долетели. Это по кайфу. Вещи получили. Мы прилетели в Адлер на самолете. Он сел, мы получили багаж. Все. Вот он, Ниссан. Ниссан. И песни им сам. Такси не надо. Никогда. Моя камера, не снимайся фильм на мою камеру. И коптер, может быть, не знаю, там закинуть. Отлично. Даш, молодец. А ты, как всегда, бездельник. Документальный фильм снимаю. Я снимаю. К жене отправлю. Да. Хорошо, что к жене. Ты свой сэндвич не съел из самолета, что ли? Да, я не съел свой сэндвич. Так, приехали. Выгружаем. О, привет. Добрались до Бёртон-дачи нашего. Большого Бёртона. А вы как, разместились? Далеко живете? Короче, добрались, разместились. И сейчас девчонки, наверное, что-нибудь нам приготовить поесть, если мы намекнем вам. Мы намекнем? Бля, конечно, намекнем. Вот, а и так посидим, поделаем что-нибудь.